Всем привет, дорогие друзья! Я снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Пришла кнопка за 100 тысяч подписчиков. Это награда, друзья, наша общая. Это первый шаг, который сделали мы. Нас ждет впереди еще миллионная кнопка. Вместе мы сделаем ее. У меня появился новый друг. Не знаю, как его назвать. Пишите в комментариях. Это мальчик очень смелый и уже немного хитрый. Просит постоянно поесть. Да, друг, как тебя звать? Я очень люблю не очень дорогие и очень вкусные блюда. Сегодня хочу приготовить рыбку минтая с овощами. Очень вкусно, очень нежно и очень просто. Готовится легко, быстро, а на ужин вообще бомба. Начинаем готовить, поехали. Так, друзья, минтая я уже разморозил. Он был замороженный, свежемороженый. Кости все удалю. Здесь нет ни одной косточки. Легко и просто это все делается, разрезается по хребту. И потом аккуратно пальчиками вытаскиваете кости. Ничего сложного нет. Итак, дальше. Дальше мы нарезаем рыбку порционно. Следующий ингредиент, который я нарезаю, у нас лук. В этот раз лук нарезаем крупно. Следующий ингредиент, который мы нарезаем, морковка. Разрезаю пополам. И просто в толщиной в 0,5 сантиметра нарезаем всю морковку. Одну луковицу и одну морковку мы нарезали. Беру 3 перца сладких. Нарезаем. Перец нарезаю кубиком. Крупно. Таким вот образом. Также нам понадобятся помидоры. Я беру 4 штуки и через крупную терку натираем в миску. Все, помидорки готовы. В этом блюде буду использовать свою заправочку. Как я готовил заправку, ссылочку оставлю в описании. Это у меня второй канал, новый канал. На нем готовлю соусы, заправки и всякие специи. Сегодня вот именно буду использовать эту заправочку. Отправил сковородку на плиту. Добавляю примерно 30 грамм подсолнечного масла. И в первую очередь обжариваем лук. Долго обжаривать не нужно. Около 1-1,5 минуты достаточно. Огонь у меня средний. Жарим. Прошло 1,5 минуты. Отправляем морковку. Морковку будем обжаривать около 6 минут. 5-6 минут. А потом будем добавлять следующий ингредиент. Вместо 7 прошло 6 минут. Достаточно. Отправляю болгарский перец. Прожарим где-то 1-1,5 минуты, чтобы перец остался хрустящим, сладким и вкусным. Отправляем нашу рыбу минтай. И заливаем это все томатами. Накрываю крышкой ровно на 1 минуту. Нам понадобится всего лишь 1 чайная ложка с горкой наших специй. Заправочку в идеале, конечно, нужно разбавлять. Не нужно отправлять сразу в сковороду или куда еще там. Добавил чуть-чуть, буквально столовую ложку подсолнечного масла. И примерно столовую ложку воды. Хорошенечко это все размешиваем.
И отправляем наши специи. Добавляю одну щепотку соли. Этого будет достаточно, так как у меня соус соленый. Аккуратно все перемешиваем. Накрываю крышкой и оставляю томиться еще буквально на минуты 4. Потом просто выключаем нагрев. Ну что, друзья, давайте попробуем. Бомба. Овощи остались хрустящие. Рыбка сочная, мягкая, не переваренная, не перетушенная. Очень вкусная, очень нежная. Готовьте, друзья. Просто и вкусно. Ну и, конечно же, секрет и изюминка в этом блюде – это заправка. Друзья, пройдите по ссылке, приготовьте вместе со мной такую заправочку. И с такой заправочкой любое блюдо получается очень вкусным, очень изумительным. Готовьте. Ну что, друзья, если понравилось, конечно же, лайк, подписка. Ну и, конечно же, комментируйте и делитесь с друзьями. Я прощаюсь с вами до следующего видео. Всем пока. А также подписывайтесь на мой второй канал, который называется «Шустрый микс», где я готовлю вкусные соусы, заправки и, конечно же, специи. Не пожалеете. Пока.